Призвание помогать людям. Белгородка Оксана Гонца вошла в тройку лидеров всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший стоматолог». За признание на столь высоком уровне боролись специалисты из 66 регионов России. Ксения Гофман узнала секрет успеха медика из областного центра. Стоматология – это не только моя профессия. Это огромная часть моей жизни. Это то, что меня вдохновляет. Первая стоматологическая поликлиника Белгорода стала для Оксаны Константиновны первым и единственным местом работы. В этих стенах она трудится уже 26 лет. Будучи не только опытным специалистом, но и понимающим, чутким человеком, стоматолог давно имеет авторитет одного из лучших врачей в городе. Пациенты не боятся идти к ней на прием, а выходят из кабинета, сверкая белоснежной улыбкой. У Оксаны Константиновны я лечусь уже давно. Знаю ее как очень профессионального, отзывчивого и внимательного врача. Очень ей доверяю, поэтому рекомендую всем своим друзьям и знакомым. Оксану Гонца уважают и коллеги. Говорят, всегда выслушает и даст мудрый совет. Для молодых сотрудников она – пример для подражания. Те, кто постарше, просто рады возможности работать рука об руку со специалистом такого класса. Оксана Константиновна многому меня научила. Помимо определенных медицинских манипуляций, она научила меня общению с пациентами, с коллегами. Она в постоянном творческом поиске и неустанной работе по повышению профессионального мастерства. И я думаю, что многие пациенты благодарны за ту красивую улыбку, которую им подарила Оксана Константиновна. В копилке стоматолога немало профессиональных побед, в их числе третье место на всероссийском конкурсе врачей. Внимание жюри Оксана Константиновна представила проект «Семейная стоматология», который выводит лечение зубов на качественно новый уровень. В рамках этой программы мне предоставляется возможность комплексного подхода в борьбе с заболеваниями полости рта. Наблюдение за всеми членами семьи, изучение заболеваний, связанных с генетической и общесоматической патологией. Моя работа построена на тесной связи с врачами-хирургами, ортопедами, пародонтологами. Чтобы идти в ногу со временем, постоянно приходится повышать свой теоретический уровень и практические навыки. К слову, для реализации проекта в первой стомат-поликлинике созданы все необходимые условия. Совсем скоро здесь откроется новое лечебное отделение, оснащенное высокотехнологичным оборудованием европейского класса. Ксения Гофман, Александр Поддубный, к этому часу, Белгород.